Легкий способ бросить курить. Не давай табачным компаниям набивать себе карманы. Бросай курить, бросай. Жми на ссылку в описании. Привет. Как у вас погода? У нас прям очень ясно. Кто чем занимается? Меня сегодня видите пешком. Я только с Турников, я тоже позанимался. Здесь уже жемчужина, кто Митина живет, знает. Я сегодня 4 колеса на 2 поменял. На 2 ноги, то есть. У нас дождь. Ну слушай, дождик тоже хорошо, когда тепло. Хорошо так позанимался. Прям так полегчало. На велик садись, да, я скоро пересяду. 48 минут. Секунд, то есть. Говорю. Вас тоже он моргает, ребят, стопор? Да? Нет? У меня моргает. Город ГАИ. Как готово вообще? Какой район? Митина. А где сдаешь вообще? Поделись, скажи. В Строгино? Пересдача готова? В Яснево? Слушайте, Яснево вообще далековато. А, не Москва, понятно. Пересдача готова, так сказать. Солнышко ясное светит мне не в лицо. Куда иду? В машине. Ну так вообще, просто гуляю. Хорошая погода. Завалило первый раз, ничего. Все будет замечательно, Даша. Обязательно. Такое ощущение, что реально сейчас градусов 40 на улице. Потом куда? Потом поеду дела делать великие. Я в куртке, да, сейчас одел, чтобы ее не тащить. Как-то накладно. Телефон, куртку еще тащить. Анька, всем хорошего дня. Я почти подошел. Удачи на дорогах и на экзаменах. Пока-пока.